Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы приветствуем вас на церемонии награждения победителей Всероссийской премии «Культура онлайн», которая проходит в Санкт-Петербурге в Центральном выставочном зале «Манеж». Я, честно говоря, думаю, что эта премия станет одним из знаковых событий этого 2020 года, потому что она очень точно передает суть тех абсолютно грандиозных перемен, с которыми мы в этом 2020 году столкнулись. И когда внешние обстоятельства, казалось бы, отделили нас от столь необходимой культурной поддержки, на помощь пришли современные технологии. Благодаря креативному подходу сотрудников музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры удалось создать совершенно новое пространство для общения со зрителем. Но, честно говоря, находясь на самоизоляции, мне кажется, что вот лично я посетила большее количество выставок, премьер, спектаклей, чем, скажем так, в обычное время. О чем это говорит, Людмила? Это говорит о том, что усилия наших номинантов оказались не напрасны. Да, конечно, ведь пандемия рано или поздно останется в прошлом, а уникальные онлайн-форматы останутся с нами и помогут совершенно по-новому взаимодействовать с самой разной аудиторией. Я думаю, что настает время передавать слово для того, чтобы как можно скорее узнать имена победителей этого 2020 года. Да. Слово предоставляется председателю экспертного совета Всероссийской премии «Культура онлайн», статс-секретарю, заместителю министра культуры Российской Федерации Алле Юрьевне Маниловой. Добрый вечер, дорогие зрители, уважаемые участники. Рада приветствовать вас на церемонии награждения победителей Всероссийской премии «Культура онлайн». Премия учреждена дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума с целью поощрения культурных учреждений, активно внедряющих онлайн-технологии, а также значимых проектов в сфере культуры, которые осуществлены с помощью передовых информационных средств. В режиме самоизоляции и ограничений цифровые каналы связи, прежде всего интернет, оказались едва ли не единственным способом общения. Поэтому ускоренная цифровизация и переход к новым форматам взаимодействия с аудиторией стали больше, чем модным трендом. Объективно, это задача номер один сейчас. И надо отметить, в большинстве учреждений они успешно с этим справились. Лучшее тому доказательство – количество заявок. К рассмотрению было принято 235 проектов из 43 регионов России. Работы распределились по следующим номинациям. Лучший онлайн-проект, онлайн-прорыв, лучшая SMM-компания, лучшая онлайн-платформа, интеграция IT и культуры. Честно скажу, столь высокий интерес явился для нас приятным сюрпризом. Разнообразный формат проектов, виртуальные экскурсии, мастер-классы, фильмы, трансляции концертов и спектаклей, онлайн-выставки, квесты с применением новейших IT-технологий. Публика получила уникальную возможность увидеть то, что обычно доступно только специалистам. Множество проектов сделано с применением инструментов дополненной реальности. В 2020 году Россия отмечает 75 лет победы в Великой Отечественной войне. И уже на стадии рассмотрения заявок экспертным советом было принято решение выделить для них дополнительную номинацию – специальный приз жюри. Очень надеюсь, что премия «Культура онлайн» станет значимым стимулом для учреждений культуры активнее осваивать цифровое пространство. Хочется пожелать ей дальнейшего развития, стать как минимум ежегодной и независимой от форс-мажорных обстоятельств. И обязательно выйти на международный уровень. Тем более, что многие из заявленных проектов рассчитаны не только на российскую аудиторию, но и на пользователей по всему миру. Желаю удачи всем конкурсантам, сумевшим в сегодняшних обстоятельствах адаптироваться к новой реальности. Остаемся на связи. Спасибо большое, Алла Юрьевна. Ну что ж, время начинать.
И наша первая номинация – лучшая SMM-компания. В этой номинации экспертный совет выбирал самый популярный блог о культуре и искусстве в российском сегменте интернета, живая аудитория которого с каждым днем увеличивается. И вот пять проектов, которые стали финалистами в данной номинации. Блог об истории, культуре, традициях русского народа. Он называется «Долина чудес». Его автор Жанна Андреевская. Изоляция наедине с Пушкинским. Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина. Аккаунт «Культурно» в ТикТок. Культура.рф. Первый инстаграм-музей pictorialart.ru Дмитрий Авдеенко. И школа популярного искусства «Оп-поп-арт». Автор блога Анастасия Постригай. Имя победителя огласит директор Центрального выставочного зала «Манеж» Павел Сергеевич Пригара. Победителем данной номинации позвольте объявить школа популярного искусства «Оп-поп-арт» Анастасии Подстригай. Школа популярного искусства «Оп-поп-арт» Анастасия Постригай – один из крупнейших русскоязычных блогов о культуре в Инстаграм, который популяризирует искусство среди пользователей сети. Автор блога Анастасия Постригай – искусствовед и в прошлом арт-дилер, а также автор уникальной методики изучения искусства, которой пользуются более 600 человек по всему миру. Итак, следующая номинация – интеграция IT и культуры. В данной номинации экспертный совет выбирал проект, который продемонстрировал удивительную синергию искусства и современных технологий и доказал, что культура и прогресс идеально дополняют друг друга. В этой номинации представлены пятерка финалистов. Бахметьевский гараж и вокруг него еврейский музей и центр толерантности. Театр в 360 градусов. Новый взгляд. Брянский театр драмы имени Толстого. AR-квест. Код жизни. Государственный Дарвиновский музей. Smart Museum. Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. И музей исчезнувших картин. Медиагруппа «Россия сегодня». Павел Сергеевич Пригара с нами на сцене. Ну что ж, кто же стал победителем? Позвольте поздравить VR-проект «Музей исчезнувших картин». Организаторы медиагруппы «Россия сегодня». Поздравляем «Музей исчезнувших картин» медиагруппы «Россия сегодня». Уникальный проект виртуальной реальности, где можно увидеть 17 прежде утраченных, но восстановленных VR-образцов русского искусства. Кстати говоря, проект доступен для бесплатного просмотра на русском и английском языках. Итоговый охват проекта составляет почти 4 миллиона пользователей. Мы слышим аплодисменты и, конечно, чувствуем радость авторов проекта, которые стали победителями. Конечно, да. В сфере искусства приятно, что люди могут радоваться друг за друга. Ну а мы, Александр, продолжаем нашу церемонию награждения. И следующая номинация – лучшая онлайн-платформа. Я напомню, что в этой номинации экспертный совет выбирал проект онлайн-платформы, которого открыла доступ к различному контенту в области культуры не только для российской, но и для иностранной аудитории. И пять финалистов в данной номинации. Это запуск диджитал-платформы музыкаэтерна.орг, Теодор Курензис и ПАО «Банк ВТБ». «Когда мы дома» – мультимедийный сервис «Ока» и ПАО «Сбербанк». «Мы в музей» – «Одноклассники» и Mail.ru Group. «Прокультура.рф» – «Культура.рф». И «Stay home with Russian seasons» – оно «Русские сезоны». Имя победителя огласит ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Ильич Михайловский. В номинации «Лучшая онлайн-платформа» «Stay home with Russian seasons» – организаторы «Оно. Русские сезоны».
Итак, Stay Home with Russian Seasons, или «Оставайтесь дома с русскими сезонами». Крупнейший фестиваль русской культуры «Русские сезоны» представил онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons, обширную бесплатную медиатеку русского культурного контента для иностранной и российской аудитории. Мы поздравляем победителя данной номинации. И уверены, что радуются организаторы «Русских сезонов» сейчас, как и все другие номинанты и, конечно, победители премии, вернее, ее лауреаты. А у нас следующая номинация, и это «Онлайн-прорыв года». В данной номинации победа была присуждена самому яркому и новаторскому проекту, посвященному культуре и искусству, который совершил настоящий прорыв в онлайн-сфере за счет нестандартного подхода к созданию контента. Итак, финалисты. Онлайн-марафон Dance Open, некоммерческое партнерство Dance Open фестиваль. Международный фестиваль музеев Интермузей 2020. Международный фестиваль музеев Интермузей является организатором этого фестиваля. Показательное представление 13-го международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», международный культурный центр «Спасская башня». Портал «Культура.рф». Третьяковка с мультимедийный сервис «Окко». Имя победителя огласит Семен Ильич Михайловский. Семен Ильич, пожалуйста. В номинации «Онлайн-прорыв» портал «Культура РФ». Портал «Культура РФ», соответственно, «Культура РФ». Дело в том, что во время пандемии «Культура РФ» стал главной платформой для учреждений культуры по всей стране. С марта в афише портала было размещено более 86 тысяч онлайн-мероприятий. Это и концерты, и лекции, и фильмы, и спектакли. Всего на данный момент на портале размещено почти 5000 образовательных и культурных видео. Мне кажется, вот нет ни одного зрителя нашей церемонии, который бы не заходил периодически на этот портал. Я думаю, и участники тоже на него заходили. Ну а следующая номинация – это «Лучший онлайн-проект». В данной номинации экспертный совет выбирал самые яркие онлайн-трансляции культурных мероприятий, которые посмотрели десятки миллионов человек. Пожалуйста, финалисты, Людмила. Исполнение песни «День Победы» с водным коллективом из тысячи музыкантов под управлением Юрия Башмета, русское концертное агентство. Проект «Круги Данте», информационное агентство ТАСС. Марафон искусства ВКонтакте, соответственно, социальная сеть ВКонтакте. И вновь проект «Наедине с Пушкинским» среди номинантов — Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. И еще один финалист – Российско-немецкая музыкальная академия онлайн к 75-летию окончания Второй мировой войны RCCR Projects. Имя победителя назовет заместитель министра культуры Российской Федерации Максим Юрьевич Ксензов. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне выпала честь объявить победителей премии в номинации «Лучший онлайн-проект». Среди участников – музеи, театры, региональные учреждения культуры, средства массовой информации, онлайн-порталы и сервисы. Номинация «Лучший онлайн-проект» вызвала наибольший интерес среди участников. Было подано 100 проектов. Это практически половина из всех заявленных. Встретив такой интерес, экспертный совет принял решение вручить награды трем участникам. От имени Министерства культуры Российской Федерации благодарю вас за высокий профессионализм при реализации проектов. Хочу пожелать вам не снижать заданный темп и планку качества. Пусть дальнейшие начинания всегда находят искренний отклик или клик от зрителя. Это самая большая награда и признание. Итак, третье место в номинации «Лучший онлайн-проект» занял «Марафон искусства ВКонтакте», социальная сеть ВКонтакте. Итак, «Марафон искусства ВКонтакте», социальная сеть ВКонтакте. Проект позволил пользователям не просто стать зрителями по ту сторону экрана, но и принять непосредственное виртуальное участие. Также этот проект дал возможность зрителям стать первыми, кто смог увидеть премьерные показы и получил уникальную возможность увидеть самые яркие произведения из любой точки России, не нарушая режима самоизоляции.
Второе место. Наедине с Пушкинским. Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Победитель наедине с Пушкинским. Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Дело в том, что в этом году, весной, в период самоизоляции, Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина первым из музеев поддержал международную акцию «Изоляция». В домашних условиях с помощью подручных средств участники воссоздавали сюжеты шедевров изобразительного искусства и публиковали фотографии под тегом «Изоляция», «Изоизоляция» и «Наедине с Пушкинским». Приз за лучший онлайн-проект вручается Российско-немецкой музыкальной академии онлайн к 75-летию окончания Второй мировой войны. Международная культурная организация RCCR Projects. Российско-немецкая музыкальная академия онлайн к 75-летию окончания Второй мировой войны RCCR Projects. Проект включает в себя 6 крупных мероприятий, посвященных 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Это 2 фильма и 4 стрима. И более 4 миллионов просмотров указывают на своевременность и острую необходимость данного проекта. Ну что ж, мы поздравляем победителей в номинациях, а теперь переходим к специальным призам жюри за творческий подход. Это дополнительные номинации. В данной номинации победа присуждена проекту, который продемонстрировал креативный и нестандартный подход к информационному освещению культурных событий, а также привлечению внимания аудитории к культурному наследию и традициям. Имя победителя огласит художественный руководитель Национального драматического театра России Александринского театра Валерий Владимирович Фокин. Победитель — цифровой проект «Культура Ярославии». Цифровой проект «Культура Ярославии». Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области. Портал «Культура Ярославии» – базовый отраслевой информационный ресурс и лучший навигатор по ярким событиям, символам и культурному наследию Ярославского края. За год зафиксировано более 50 тысяч посещений ресурса из 50 стран и 50 российских регионов. Наша следующая номинация дополнительная. Это специальный приз жюри. И в этой номинации будет 2 победителя. В 2020 году Россия отмечает 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Большое количество заявок было посвящено теме Великой Отечественной. Уже на стадии рассмотрения экспертным советом было решено выделить для них дополнительную номинацию. Это специальный приз жюри. В данной номинации представлены проекты, которые сумели передать значимость такого события в истории человечества и показать, почему так важно помнить уроки, которые даны каждому поколению. Валерий Владимирович, вам слово. Здесь 2 победителя. Я называю первого. «Сказки в бомбоубежище. Хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда». «Сказки в бомбоубежище. Хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда». Автор агентства ТАСС. Проект посвящен будням воспитателей, учителей и детей в период блокады. Разделы мультимедийной истории рассказывают о подвиге педагогов, которые продолжали работать в самое тяжелое для города время и не только заботились об образовании своих подопечных, но и помогали им пережить ужасы войны. И еще один победитель в этой номинации. Первое место. Первое место – исполнение песни «День Победы» сводным коллективом из 1000 музыкантов под управлением Юрия Башмета. Первое место – исполнение песни «День Победы» сводным коллективом из 1000 музыкантов под управлением Юрия Башмета, Русское концертное агентство. Под руководством маэстро Башмета музыканты совместно исполнили песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». В акции были задействованы 314 музыкантов из более чем 50 российских городов, а также около 600 певцов из 37 хоровых коллективов из 22 российских регионов. Всего в проекте приняли участие около 1000 человек. И мне остается только добавить, что в общей сложности ролик посмотрело более 3 миллионов человек.
Ну что ж, друзья, мы еще раз поздравляем всех, кто стал номинантами и, конечно же, лауреатов премии этого года. Ну а наша церемония подходит к концу. Еще раз всех поздравляем и поздравляем всех нас с тем, что у нас есть такие прекрасные, талантливые, инновационно мыслящие и горящие своим делом диджитальные, не побоюсь этого слова, люди. Благодаря вам, друзья, именно вам, изоляция стала для нас не просто изоляцией, а эмоциональной и интеллектуальной изоляцией. Это, поверьте, очень важно. Мне остается только присоединиться к словам Александра и всем нашим и участникам, и номинантам, и победителям, пожелать еще большего количества интересных онлайн-проектов, которые, я уверена, будут нашу, в том числе и культурную жизнь, менять к лучшему. Не поспоришь с вами, Людмила. До встречи, друзья. Остаемся на связи и будьте здоровы. Всего хорошего.